После затяжной зимы и холодов первому теплу и солнцу больше всего всегда рады дети. Чтобы отпраздновать приход долгожданной весны, 5 апреля ученики Макеевской средней школы номер 108 решили провести небольшой концерт, в программу которого включили любимые школьные песни, а также выступления танцевальных коллективов. К инициативе ребят присоединилась и гостья школы, депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Елена Мельник. Как хорошо, что в нашей жизни пришла весна, да? Это дает надежду, радость, веселье. И хочу пожелать всем вам, самое главное, мирного неба, всем нам. Чтобы праздник удался и надолго запомнился, руководитель благотворительного проекта «Забота» Елена Мельник сделала ребятам сюрприз и преподнесла всем участникам мероприятия красочные воздушные шары и сладкую вату. Такое дополнение не могли не оценить. Да, мне довольно это нравится. Тут много народа собирается, все поют какие-то песни, стихи кто-то рассказывает. Ну, и мы в этом тоже принимаем участие. В качестве благодарности за оказанное внимание и подарки дети преподнесли Елене Мельник замечательную весеннюю поделку от имени всей школы. Весенний концерт, подготовленными учащимися школы номер 108 города Макеевки, он, к сожалению, подходит к концу. В этой школе мы впервые, и в рамках проекта «Забота» мы пытаемся уделить внимание каждому учебному учреждению, чтобы передать частичку тепла и весны. Детки сделали нам такую красивую экспозицию. Это частичка ихней души. Давно не было вот такого праздника в нашей школе. И особенно сегодня, в этот солнечный яркий день, он добавил еще больше радости нашим детям. Огромное спасибо Елене Леонидовне. Анна Триксель, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.